Что ж, прогулка наша продолжается, поэтому мы идем с вами смотреть дальше. Много чего есть вам показать, поделиться впечатлениями. Ну, у меня получилось приехать. Не всем, как говорится, в этой жизни. У всех есть возможность поехать куда-то, что-то посмотреть. Для этого и снимаются такие видео, чтобы человек мог хотя бы, ну, хотя бы посмотреть через призму чужого взгляда и впечатления, что есть в этом мире, на этом свете. Много чего есть интересного. Я тоже иногда смотрю, да, какие-то видео, кто снимает, и как будто ты сам увидел уже, ну, какие-то познания получаешь, да, новые впечатления. Появляются желания посетить то или иное место. Поэтому я тоже вот это делаю, чтобы показать кому-то, что есть вот такое место, допустим, да. Может, получится у вас поехать, не получится, ну, это уже второй вопрос. Главное, вы можете уже увидеть и понять, хотите вы туда или не хотите. Так что ходим, смотрим, впечатляемся. Никогда, как говорится, не помешает получить новое впечатление, посмотреть что-то, сравнить, получить опыт хотя бы, ну, теоретически. Так вот, сами видите, людей куча, все ходят, все смотрят, виды отличные, просто высота птичьего полета, весь город на ладони, вокруг атмосфера древности, древние строения, плитка, мрамор, надписи. Полное, как говорится, 3D попадание в эпоху древней Греции. Да. Что сказать? Классно. Классно, познавательно. Как бы оно физически, может, какие-то нагрузки получаешь. Но это все ерунда. Это даже полезно для человека. Смотрите, какие глыбы, да? Какие колонны. Не все можно увидеть через, как говорится, объектив. Но все равно что-то да можно, правильно. Я не такой уж рассказчик, прям историк. Я здесь, честно говоря, историю вас не хочу погружать в историю. Кому надо посмотреть, откуда и что произошло, он сам это может сделать. Это чисто мои впечатления, я делюсь ими с вами.